перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, йоу. Слушай, здесь уже места на самом деле немного. Здесь вот Игорь, короче, сидит. Можно еще поставить стулья. А вот, понеслась. Жаришка. Как дела? Сколько у нас? Раз, два, пять, да? Ну все, раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, ребята. Короче, у нас задержали рейс. Поэтому я вышел пообщаться. Мы уже должны лететь, на самом деле, в самолете. Вы что, здесь 4 места всего. Здесь все не поместятся. Как дела? Ростов, привет. Возьми меня, неси. Зачем? Да, все было двойной. Не, пацаны, рекламу за деньги. Ладно. Раф, ты эспрессо взял или кофе? Вы можете эфир не там переговариваться где-то в другом месте? То вы, ну, прикалываете, что ли? Сколько там тебя тысяч смотрит? Меня 1000 смотрит. А меня 212 человек смотрит, братан. 213. Концерт. Куда летишь? Там есть пиздатое место, чтобы на номер. Так идите на нормальное место, сядьте. Ну да, я это все перетаскиваю. Ну так идите, я здесь посижу. И не кричите. В Питере, когда мы выступаем? Скоро? В Питере скоро, короче. Паранойя, да, действительно была паранойя, но потом я стал трезвиться, и все прошло. Привет, Ольга. Так, у нас 18 заявок на прямые эфиры. Сейчас посмотрим, кто у нас в заявочках. Это я зажег эту штуку. Реально? Да, да. Так, как настроение? Нормально. Кишинев с нами. Салют, Кишинев. Ну вы мешаете, понимаешь? Да, да, да. Ты тоже сел так. Пошел. Я всегда... Привет, Южной Корее. Я всегда начинаю концерт с каменных цветов. Я посвящаю первый же трек родному городу, Санкт-Петербургу. Поэтому в этом нет ничего такого. Оксимания с нами. Работаю сейчас над новым альбомом, ребят. А ты в эфире сейчас тоже? В своем? Сколько у тебя человек? Почему-то показывают два. Два человека? Ребята, дай-ка я им привет передам. Сейчас. Камеру. Покажи. А как ты, подожди, а как ты сделал, что я с этим? Вот. У меня нет такой, прикинь. Странно. Это может, как? Тебе не помещается, если маленький телефон.
Блин, подожди. Ребята, подскажите, пожалуйста, как маску повесить в прямом эфире? Просто вот человек... На маленьком телефоне. Посмотри, у тебя три человека, а пишут... Да, да, я говорю, глюк. Покажи мне. Вот. Вот, смотри, ты отсвечиваешься там с маской, ты не видишь просто. Ну ладно. А кто пишет-то? Давай посмотрим. Да мои там... Ребят, отписывайтесь от Рафа. Он вот так вот издевается над людьми. А мне, кстати, идет, смотри, у меня зубы. Да, да, да. Стой, фотку пошла бы. Блин, ребята, как мне маску повесить? Я хочу маску кролика. Мне вообще будет просто вышка. Как сделать маску? Как? А, наверное, только на больших айфонах. Я же говорю, а вот так вот круто, смотри. Как? Вот посмотри сейчас с этой стороны и сможешь. И ты там, короче, в маске. Не, ну подожди, ты ее покажи, дай. Вот так сделай, Не-не, ниже. Ну. И вот сюда в отражение смотри, отражачно получается. Как в отражение? Вот так. Ну, ничего не видно. Ну да, потому что не совпадает камера, по-моему. Слушай, может, надо мне обновить Инстаграм? Ну, ты не обновлял вообще его? Да, я обновляю. Я не понимаю, почему у тебя маска есть. Подожди, а если, смотри, нажимаем и держим. Нифига. Нажимаю и держу. Нажми нормально, просто. Это просто люди, да? Ну. А если быстро нажать вот так? Нет, все равно прямой эфир. Значит, из-за того, что маленький. А если вот сюда нажать? Нет, это личные сообщения. А если... Нет, у него тоже можно так сделать, говорят. Как? Ну, Вот. Ну. Попробуй сейчас селфи включить. Ну. А, нет, у тебя же было селфи. Да, было селфи. Странно, но... странно. Так ты покажи, Кусь объясняет. У меня просто вот, да. Так это понятно. Я тогда не знаю, а вот так, если сделать. Вон, смотри, включить запросы, включить комментарии, включить запросы напрямую. А, смотри, я отключаю их. И... А, нет, и нифига. Ничего не поменялось, да. Никак не сделаешь. А почему у меня человек сидит, у него можно, а у меня нельзя? Непонятно. Вот, смотри. А можешь им показать это? Я же это показывал, но там плохо видно, то есть в отражении не получается. Надо подальше сделать. Во. И там есть. Да, бля, комменты мешают. Это надо вот так сделать. О! Что? Скрыть. Не то. Они видят, я думаю, они видят. Там маленькое, но видно, вот. Ну то появляется, то нет. Фу. Сильно. Не видно. Короче, я пошел обновлять Инстаграм и опять зайду в эфир. Ну, а что, ну, не давай я в твоем посижу с маской. Мне так нравится. Через мой Инстаграм, да? Блин, через мой Инстаграм не прикольно сидеть, масок нет, нифига нет. Я вернусь еще, ребят. Давно нельзя, прикинь. Странно. Господи, ну сейчас, что ж. Сейчас, знаешь, как для эксперимента сделаем такую вещь, Андрей? Это такого же размера, как твой. Шестой, просто шестой iPhone. Сейчас проверим. Походу, на больших только телефонах можно маски включать. А, вот. Так ты не нажал. Сейчас. Я потом нажал, когда эфир начал. Смотри, пожалуйста, у меня есть этот значок. Почему у меня его нет? Объясни. У тебя больше телефон этот. Приколись? Нет. Да. Внимание. Видишь, он шире. Это он внизу чехол. Шире. Это чехол. Подожди, а что у тебя, когда ты зашел сейчас в комменты, как она у тебя появилась, эта штука? Я не понимаю, что за бред. Просто запускаю, появляется. Видишь, у меня комменты маленькие. Короче, все проверили, переустановили, масок нет. Это какой-то бред. У человека на шестом айфоне можно маски включать в прямом эфире. А у меня на восьмом нельзя включать маски в прямом эфире. Это бред вообще какой-то. Apple, что у вас в компании происходит? Что у вас в голове?
Если кто-то в курсе этой темы, как маски в прямом эфире включать, подскажите, пожалуйста. Я был бы очень рад. Вообще. Маска тут огонь сейчас. Дай-ка. Здесь есть офигенная маска. Вот это. А, нет. Есть еще круче. Где, знаешь, это типа... А, здесь не все. Вот и вот это, да. Я тоже так хочу. А как у тебя такие штучки появляются? А у тебя тоже нет? Нету. Слушай, мне кажется, обновление Инстаграма для восьмерок не сделали, вот и все. Дебилы. То есть на шестерке они сделали, а на восьмерке нет. Если кто знает, как включать маски. Адель, привет, как дела? Как дела, Адель? У нас, короче, рейс задержали на 3 часа или на сколько? На 2,5 часа задержали рейс. Мы в шоке. Как маски включать, пожалуйста, ребята? Очень сложно без масок. Тут расскажите мне. Позже выйдет тебе обновление. А, вот, на восьмерке еще типа не вышло обновление. А, блин, на шестерку есть можно маски, а на восьмерку нельзя. Что это за бред? Вот так вот. Аветис, привет. 9 грамм с нами. У нас один раз рейс задержали на 16 часов в Казахстане. Вот это было весело, ребята. Вот это было весело. Причем та группа, которая прошла контроль, они уже на 16 часов остались в аэропорту. Мы не прошли контроль и поехали в гостиницу. Давай встретимся в Питере, пока я тут. Блин, я с парнями не встречаюсь. Только с девчонками, только с симпатичными. Чего? Вот. Что вот? Почитай. Крейсер. Я тебя приглашаю. Не, следующее ты видел? Нет, а что? Блин, ты все самое интересное пропустил. А что там было? Потом скажу, не на камеру. Это в Алма-Ате было, когда задержали рейс на 16 часов. У меня все супер, гораздо лучше. Все слушаю твою музыку. Вы где? Слушай, Адель, я буду в Питере. Через пару недель можно увидеться. Я тебя приглашаю на обед. Званый обед. А че страшные самые лысые? Что? Слышал про дуэт Suicide Boys. Ребят, я слышал про Suicide Boys, когда вы про него еще не знали. Обнови iOS. Что? А, iOS надо обновить. Ребята, я пошел обновлять iOS. Я вернусь к вам уже с масочкой зайчика. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Прикинь, вообще нету. А почему? Как, чувак, я не понимаю, что, в чем проблема? Ты можешь сейчас, скорее всего, слышишь, ну, зайти на свой аккаунт с моего телефона, на свой, и у тебя, наверное, не будет этих функций. Он моему аккаунту не дает? Да я не буду заходить, бывает, запариваться даже. Пипец. Короче, запарились, сделали, блин, обновление системы.
переустановили 1000 раз уже, короче, все, и масок все равно нет. Просто пипец. А вот человек сидит с 6-м айфоном, у него есть. Короче, зашел сюда из-за масок, масок нет, поэтому я ухожу. Ну, у всех на 6-м айфоне есть маски, прикинь. А на новых айфонах масок нет. Сука, ебаные новые айфоны. Знаешь Гуфа? Нет, кто это? Все, короче. Йоу. Как дела? Как вам такой видок? Сказать-то подлетаем, решил вам показать посадочку. Круто. Ставьте лайки.